Ну что, как будешь готов, Тут говори. нету радужных цветов. Да. Ну, можно постараться. Я готов. А стой. Нормально, все, все хорошо. Все Готов, хорошо. точно, да? Да, я просто команду подумал, что я не поменял. Все нормально. Поехали. Ну. Поехали. Кладбище военной техники, да? Угу. Костяное поле перевели, да? Да. Боун-ярд. Костяной двор. Надмозги, блин. Так, ну все, на этот раз уже более понятнее, уже вспомнилось, что к чему. Да, с Recording deployment. шифтом нормально можно жить теперь. Established. Extraction systems charged. Salvager ready for assignment. Move into position and charge array. А вы здесь что, Так. на аж не едете, что ли, добывать? Courier copies. Rally point acknowledged. Ready. Point advance underway. Ready for orders. Как там это у Bad Comedian было? Home World Desert of Karks, это был эксперимент. Эксперимент неудачный, да? Salvager online. Salvager ready for assignment. Потому что он привел Home World 3 в таком виде. Ладно, в этом смысле да, это начало конца. Эксперимент был неудачный. Ну, скажем так, идея прикольная, да, но не прикольная реализация. Я, в принципе, ждал, как бы, ну, посмотреть, как бы, то есть, как хомяк бы выглядел бы, да, на земле. Но получилось что-то такое среднее. Да. Ну, я говорю, у меня пески просто атмосферы просто как бы ну да взяли. Мне просто ну понравилось. тут и музыка подходящая как бы все оно Да, все ну то есть мне сходится понравилось, как они ролики сделали, там вот это катсцены, музыка, вот это все. Как, в принципе, сюжет толкали. тут такой довольно взрослый сюжет получается. То есть, ну, Да, да, да. если не думать о том, как бы, что там этот Тайданин опустился раньше и по непонятной причине, Ну и что да. его каким-то образом взломал с кондачку левый чувак, там, то это как бы ладно, окей. Как бы, в любом случае, Да, вот эта я. вот тема того, что они задумали, ну это как бы они вставили этот сюжет Галсин, которые были правы, но оказались правы в конце концов. Это, конечно, вот это было такое, что, ну да, здесь как бы есть о чем подумать. Мотивация есть у всех. Ну да, они ж предупреждали. Да, а их не послушали. С Тайдайном, да, конечно, я когда увидел, что оказывается, они заранее уже о них знают. Я такой, ну окей, окей, ребята, классно вы пишете сюжет. Я говорю, видать, вы забыли истоки, как все происходило. Ну, сразу было видно, я говорю, они вот по фану все как бы наделали, напитали это все, и всего побольше, как говорится. Friendly
unit engaging hostiles. Strike status positive. Assault group one sanctioned. Set for advance. Assault group one appointed. Forward and engage on site. Ready for orders. Блин, я все никак не привыкну, что тут все обилки, они платные. Это бесплатно, это платное. Ну. Блин, а я что-то забыл даже об этом. Ну, я тут генератор помех запустил, думаю, ща нормально. Он 150 единиц ресурсов стоит. Прикольно. Нахрен он мне такой нужен был тут. Area ready. Awaiting command. Rally point marked. Carrier copies. All right, bring us about. Base runner under fire. Combat alert. Control carriers under assault. Salvage, you're taking enemy fire. Ready. Bridge copies. Ready for strike. Attack vector set. Triple sand skimmer taking enemy fire. Ready for orders. Go for orders. Target those enemy units. Hostile railgun detected. Ally vessel under fire. Verify. Hostile trackers recognized. Ready. Acknowledge. We have insufficient RUs. Carrier copies. Кстати, можно было не менять управление. Здесь знаешь, как камеру можно двигать не на стрелочке? Просто зажимаешь Shift и правую кнопку. Типа колесико зажать? Shift и правая кнопка. Колесико тоже можно зажимать. Ну да, можно колесиком. Interceptor fabrication online. We have hostiles on sensors. Жопа, дымовая граната. Бесплатная. Combat alert. Reverend forces are attacking the control carrier. Enemy railgun within sensor range. Friendly unit engaging hostiles. Carrier self repair system. Бляха, муха, да вы затрахали, а? Course marked. Advance on that position. Не успел построить рельсы, уже проехали выносить. Мне тут этот Микки, короче, пишет. Короче, тоже говорит, в принципе. Хоть и не играл, да, но уже как-то там видел это все, и очень хочется высказаться, но микрофон найти не может. Ты можешь написать. Пускай он напишет, мы же зачитаем. Ну,
я понимаю, но там придется цензурить там. Ну мы там типа придумаем как. Research complete. Production unlocked. Craft confirms. Carrier ready. Armored ship ready for service. Allied vessel under fire. А он, кстати, что же здесь там возраст? Я уже забыл там. Friendly carrier taking fire. Подполки. Cruiser confirmed. Course verified. Hostile railgun detect acknowledge. Короче, старики собрались. Control carrier is taking enemy fire. Enemy armor eliminated. Ворчат, короче, не понимают. Молодежь. Interceptor, ready launch. Fighter on deck, launching. Sand skimmer construction complete. Interceptor online. Enemy railgun destroyed. Carrier ready. Sand skimmer now in service. Enemy armor detected. Interceptor, ready launch. Fighters pulling up. Sensor alert systems go. Sand skimmer construction complete. Mobile logistics support offline. Так, смотрю, что вроде что-то получается, вроде, да? Ой, да. По-моему, это ненадолго. Да. Пока ресурс не закончится, да? Ну, я так понимаю, только вот так собраться и пойти сразу. Знаешь, что мне в Desert of Kark еще не нравится? То, что они одни и те же способности раскидали по разным юнитам, и как бы на этом строится балансировка рас. Да, есть такое, да. Как бы они не разные, они одинаковые, просто... АПМ-ки раскиданы. Ну, по сути, скины просто... разные. Да. Ну и юниты, в общем-то, те же самые. То есть скаут, рельса и, не знаю, истребитель. Ну, да, разведчик. Долго там что-то правили, там, прислушивались там, к людям, которые по сути там играли. Да, так рельсы жестко. Enemy railgun within sensor range. Awaiting orders. Course verified, engine full. Cruiser verifies. Armor here. Armor moving out. Awaiting combat order. Enemy strike fighter over. Я даже не знаю, что строить. Sand skimmer under attack. Sand skimmer lost. Reposition. Carrier ready. ПВОшки надо теперь замутить. Если авиация пошла, да. А, вот, размещение турели ПВО. Но из раннера умеет делать, точно. О, вообще непонятно, что это происходит. Не говори. Enemy railgun destroyed. Combat alert. Все, это что камеры? Почему он залипает? Да, в принципе, тут, наверное, скорее всего, такая ситуация. Поскорее настроить юнитов, да, пойти это перебить. Да.
Вот и все. Railgun engaging enemy units. Heavy railgun lost. Carrier ready. Cruiser confirmed. Move to grid mark. Target acquired. Ой, ПВО прилетело. Истребители. Ready to set. Enemy interceptor destroyed. Enemy armor eliminated. Interceptor. Back and hostile. Hostile railgun detected. Sensor systems good. Fire on Delta. Move out. Ready to adjust. Carrier receiving. Ни хрена у тебя там карьер на взлет пошел. Ну, больно высоко висит. Production cruiser ready. Heating new coordinates. Support craft reading. Base runner advancing. Ahead full. Bridge copies. Salvager online. Friendly unit engaging hostiles. Friendly carrier taking fire. Какого хрена ты стал с той стороны, а? Hostile armor destroyed. Hostile craft on sensors. Salvager awaiting orders. Confirmed. Acknowledged. Это... ракеты прокачивали? Ну, ракеты... Ракеты вот эти, которые ты запускал. Я сейчас эти... Открыты? Ну, которые это, с материнского. Это, типа такой мини-ядерки. А, это когда у карьера, ну да, у транспортника. Да, да, да. Это вот надо этот резерв мощности прокачать до конца. А, все, понял. Interceptor, ready launch. Target set. Launching. Cruiser confirmed. Sand skimmer lost. Sand skimmer construction complete. Enemy armor detected. Combat alert. Enemy battle cruiser detected. Ready to set. Command. Sand skimmer construction complete. Go for orders. О, battle cruiser летит, едет. Помогает Треду эту. Sand skimmer now in service. Развалит. Blast drone ready to deploy. Hostiles designated. Craft confirmed. Точнее, он там не едет, а ползет. Ready. Sand skimmer under attack. Ready to set. Cap combat alert. Control carrier is taking enemy fire. Enemy armor eliminated. Ally vessel under fire. Fighter ready to launch. Strike status positive. Cruiser in contact. Command verify. Hostile battle cruiser. В принципе, смотрю, да. Такой же геймплей. Все летает, все грохотает. Где, что, почему? Combat alert. Enemy bomber airborne. Strike craft on alert. Combat alert. Enemy strike fighter overhead. Sand skimmer destroyed. Combat alert. Assault group 1 lost. Это, по-моему, локация стартовая, да? С сюжетки. Ну там вторая получается. А, вторая? Salvager online. Окей. Тут типа, что-то подчините со старой выброшенной техники. Вот, там, типа ночь была, правда. Ну да, да. Там красиво была буря вот эта нарисована. Ну, что-то происходит, что происходит? Да надо, чтобы буря налетела, это все. Свела. Не говори.
и в конце Domination. Да. Именно так. Combat alert. Control carriers under attack. Salvager lost. Are you not exhausted? Assault railgun online. Missile ship online. Прикольно так выглядит в этом режиме, как юнит этот притормаживает, дергается. Блин, зенитки вообще какие-то беспонтовые. Две зенитки прилетели, просто развалили их всех и все. Еще и крейсер поддержки с зениткой тоже. Missile ship weapons range increased. Adjust course. Ого, это тебе наваляло. Target command. Established. Commence breakdown. Monitor radiation sensors. Understood. Resource target verified. Armored unit lost. New hostile railgun neutralized. Understood. Resource target verified. Cruiser online. Course verified. Base runner standing by. Ready for operations. Siege cruiser advancing. Assault group 5 sanctioned. Course verified. Ready for dispatch. Connect guard protocol. Carrier copies. Combat alert. Enemy bomber airborne. Combat alert. Enemy strike fighter overhead. Assault railgun lost. Enemy forces engaging cruiser. Combat alert. Assault group 2 destroyed. Enemy armor detected. Hostile marked. Hostile bomber destroyed. Hostile scanner detected. That confirms. Ready for operations. Ahead full. Hostile interceptor neutralized. Mirage target set. Fire. Combat alert. Control carrier is taking enemy fire. Coordinates received. Hostile railgun detected. Hostile armor destroyed. Craft ready. Тут есть, кстати, набор опыта. Да. Ты имеешь в виду этих, как его, юнитов? Да. Что дают? Опыт. Ну, это логично. Немножко брони, немножко дэмэджа. Судя по всему. Я думал, мы там дойдёшь до определённого круга опыта, десятого уровня, и тебе дадут кнопку победить. Ну всё, я почти готов. Идти в атаку. Understood. Resource target verified. Captain SL. Крайне смущает отсутствие возможности разведки. Ну как так можно идти? Да, либо. Combat alert. Enemy assault cruiser inbound. Go for orders. Interceptor, ready launch. Fighter ready to launch. Friendly carrier taking fire. Enemy scanner identified. Enemy armor eliminated. We have a contact on sensors. Tracking inbound. Carrier receiving.
hostiles. Combat alert. Enemy AA batteries targeting our interceptors. Awaiting orders. Let's move. Full sensors. Да, у меня weapon systems full power на максимум прокачано. Cruiser ready. Salvager active. Acknowledged. Cruiser verifies. Production cruiser ready. Destination locked in. Combat alert. Control carriers under attack. Тут, в принципе, смотрю, достаточно, короче, ресурсов дают. Не голодали. Нацелить юнитов на то, чтобы они собирали ресурсы, это целая проблема. Слушай, а у, получается, у Сабанов штурмовой крейсер, он тоже с левитирующей галтиновские технологии, что ли? Да-да-да. Типа в компании мы там захватили один пример этой технологии, собственно. Видимо, они решили как-то вместить это как фишечку. Enemy forces engaging cruiser. Hostile salvager neutralized. Ready to adjust. Fleet capacity increased. Carrier copies. Systems go. Make for move. Active scan. Friendly carrier taking fire. Hostile armor destroyed. Move to mark. Clear comms. Cruiser confirmed. Давай там. Уже жду, когда ты там это пахнешь большой галоп. Captain here. Enemy salvager destroyed. Авиацию, короче, всю выкосили. Institute guard protocol. Cruiser verifies. Salvage systems online. Friendly unit engaging hostiles. Understood. Resource target verified. Cruiser ready. Guard set. Acknowledged. Additional CUs required. Siege cruiser reading. Cruiser taking hostile fire. Craft. Исчез. Магия. Construction of heavy railgun complete. Yeah, no. Friendly carrier taking fire. Yeah. Railgun taking enemy fire. Adjusting guard craft. Missile barrage. Lock target. Hostile craft on sensors. Ну да, такое себе. Enemy scanner destroyed. Hostile salvager neutralized. Launch and reload. Enemy armor detected. Carrier copies. Honor guard cruiser production now available. На абордаж будешь брать? Allied vessel under fire. Fire. Cruiser verifies. Command verified. Ready to adjust. А чё? В принципе, кстати, прикольно была бы такая фишка такая. Эй, да, господи, эх, тысяча чертей такой. Чё, погнали. А мы тебя... Cruiser verifies. Strike ready. Target light strike. Он засел какая-то тварь. Awaiting command. Hostile support cruiser detected. For advance. Где, слева?
Да снизу, в твоих ресурсах. Тебе очень везет постоянно на это дело. Status positive. Friendly unit engaging hostiles. Awaiting battle assignment. Bring enemy salvage you destroyed. Cruiser verified. Бегите, глупцы. Awaiting combat assignment. Production cruiser ready. Ready for strike. Friendly carrier taking fire. Advancing. Captain here. Interceptor, ready launch. Target set. Launching. Combat alert. Interceptors taking anti-aircraft fire. Interceptor down. Strike craft on alert. Assault group one, sanctioned. Range systems full functional. Ready. Set to guard protocol. Ну что-то как-то не сильно они бьют эти ракеты. Unit lost. Awaiting orders. Allied vessel under fire. Hostile support cruiser neutralized. Awaiting combat assignment. Ready for operations. Чё, опять исчез, что ли, там? Advance to mark zone. Hostile alert validated. Carrier receiving. Enemy targeted. Friendly carrier taking fire. Carrier self-repair system now active. Systems go. Strike ready. Assault group one appointed. Traversing on target. Go for orders. Bomber fabrication online. Так, мне вот это вот интересно, что это за прикол такой, когда враг начинает. Что, в гипер ныряет что-то. Ну все, как говорится, ассалам алейкум. Да. Как же так? В ушанском, да? Да-да-да. Чё-то как-то так. Да как-то после, да. Чё-то непонятно, да. Да, я вообще не понимаю, как бы. Они, конечно, придумали вот это, что у галсинов на продакшн, ну то есть, короче, у них есть вот этот большой авианосец, будем называть его просто мамка, не знаю, флагшип, не знаю, как этот Кунилайн, короче, на котором можно строить только большие корабли. Есть маленький продакшн, ну авианосец, будем говорить, ну, на котором можно только всякую мелочь строить. Я вот как бы настолько искусственное разделение, что ну, оно очень сильно убивает, как бы. Почему, как так, что вот такое придумали. Ну, очень сильно не хватает возможности докировать юниты. Там, не знаю, какое-то построение, да. Там, знаешь, чисто вот какой-то такой вот тактичности какой-то. А как ты докируешь, если они вываливаются из ангара? Они назад же ввалиться не смогут. Ну, хотя бы, знаешь, чтобы они пробегали через этот ангар и чинились там, знаешь. Ну, что-нибудь да. В этом роде. Тут карьер. Но падает с небес. Да, карьер, падающий с небес. Это-то и да, не скинули. Тут тоже хватает, я говорю, тут косяков. Да. Ну ладно, это на самом деле этой игре много простительно. Да. Тут как бы сюжет, да, в первую очередь. Компания хорошая. Тем не менее, как бы компания
в правильной тональности, правильными мотивациями героев, так сказать. Ну, то, как справляется с архиврагами, скажем так, это второй момент. Но в целом, кто герои, а кто антигерои, скажем так, кто враги, это четко понятно, и мотивация четко ясная, что там происходит вообще. Можно сказать, что это большая заслуга именно первого Хомолда, который в бэке все это обосновал и поставил. Да, мне подача тоже понравилась, потому что она такая более серьезная. Я всегда знал, что вы ребята классные. Компания хорошая, да. Не знаю, как насчет мультиплеера, но вот да. Как-то так. Да. Как-то так, ребят. Компания классная, согласен. Ну что, пойдемте в ХВ-2? Нет, наверное, уже сегодня хватит. Спасибо. Экспресс через все года. Да. В чате пишут. Погонял чуток демку того хомяка первого браузерного. Нечаянно утопил свою мамку в скирмише от нечаянного скатла. Да. Ну что, нет желания? Точно, а то, может быть, зарубимся? Да, не хватит. Уже почти 4.